Идти в ногу со временем отбирает слишком много сил и энергии. Современный человек не может себе этого позволить. Он просто едет бесстрашно к своей цели, потому что теперь рядом с ним самый надежный, самый опытный и самый профессиональный инструктор автошколы ДСАФ. ДСАФ. Более 60 лет на рынке, более 1500 выпускников в год, собственные классы, автодром и впечатляющий парк автомобилей. Индивидуальный подход к каждому ученику и возможность учиться на все категории с нуля. ДСАФ. Самый короткий путь к безопасному вождению. Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Олеся Акинфеева. Сегодня в выпуске. Выберут лучшего. Стартовал муниципальный этап конкурса педагогического мастерства. Крещенский сочельник, где в Серпухове можно будет окунуться, в Иордань сегодня ночью. Уютно и красиво. Сколько подъездов отремонтируют в этом году в рамках программы софинансирования. В Серпухове стартовал муниципальный этап конкурсов педагогического мастерства. Торжественное открытие состоялось сегодня в школе номер 12. Вот они, лучшие работники образования. Участников конкурса педагогического мастерства приветствуют на торжественной церемонии. Очень радостно. У нас в прошлом году, вы знаете, были, я думаю, что прорывные достижения, когда 15 школ муниципального образования попали в зеленую зону. Такого не было никогда. Самое главное, что мы вышли из красной зоны. И это ведь все благодаря тому, что у нас сильный и качественный педагогический состав. Это благодаря вам, это благодаря вашему усилию, благодаря тому, как вы работаете с детьми. Конкурс «Учитель года» пройдет в Серпухове в 30-й раз. В номинации соревнуются учителя начальных классов и учителя-предметники. Выполнение конкурсных заданий оценивает жюри. Самое убедительное, у меня просьба была отойти от всех этих канонов, методических там, этапов, уроков. На конкурсе нужно показать именно свое «я». Вот тогда будет успех. Мы в этом году проводим 3 конкурса «Учитель года», «Воспитать человека» и «Педагогический дебют». К участию приглашены 17 учителей, педагогов, организаторов, педагогов дополнительного образования, муниципальных образовательных учреждений. В течение 3 недель они будут показывать свои навыки, свое педагогическое мастерство. В каждой номинации сформировано жюри, в состав которого входят педагоги, которые ранее были и стали победителями данного конкурса, а также педагоги, которые являются экспертами и обладают высшей квалификационной категорией. Анастасия работает в школе совсем недавно, с сентября 2020-го. На ней закончилась династия медиков. Девушка выбрала для себя другую благородную профессию. Участвует в конкурсе впервые. На победу настроена серьезно. На этом конкурсе, я думаю, буду удивлять тем, что проявлю совместно с своими учениками творчество и креативность нашу. Потому что мое педагогическое кредо – это от творчества учителя к творчеству ученика. Будет, да, открытый урок, очень интересный открытый урок. Думаю, деткам понравится, я буду преподавать в 5-м классе. Марина преподает более 20 лет. Давать знания в генах. Она учитель в 3-м поколении. Конкурсных дней ждет с нетерпением. Ну, я считаю, что это прекрасная возможность для педагога, для классного руководителя показать свои наработки, свои знания, умения, ну и посмотреть, чем могут поделиться коллеги. Я занимаюсь гражданско-патриотическим воспитанием в школе, у меня разработана программа и буду выдавать мероприятия как раз на эту тематику «Государственная символика России». Всем участникам пожелали успехов как в самих конкурсах, так и в ежедневном педагогическом труде. Победители будут представлять городской округ Серпухов на областном уровне. Их имена станут известны в феврале. Сложные, но решаемые вопросы. Сегодня глава муниципалитета провела прием граждан. Кому-то требуется помощь в оформлении документации. Кто-то просит разъяснить, как на законных основаниях действовать в конфликтной ситуации с соседями. Родион Макаров не может зарегистрировать право собственности на земельный участок, хотя еще 3 года назад суд признал за ним данное право. Кадастровая палата отказывает в регистрации. Этой проблемой мужчина поделился с главой в надежде найти поддержку. Вы получили отказ от кадастровой палаты. То есть вы пришли к ней с пакетом документов, полностью готовым, да, и решением суда. Она вам сказала: нет, меня так не устраивает. Хотя суд сказал нам совершенно иное. Да, да.
Давайте мы договоримся тогда следующим образом. Ну, посмотрим на эту ситуацию. Лена Владимировна, нужно будет заняться кадастровой палатой, проговорить, какая их позиция по этому поводу. Ну, потому что есть решение суда, и независимо от того, какие там решения МВК и так далее, и ПЗЗ, суд вынес решение. Да. Обязательно к исполнению для всех учреждений, организаций, независимо от фонда собственности. Но на этом проблемы заявителя не заканчиваются. Проехать к собственному дому он не может из-за незаконно возведенных гаражей. Пользуются гаражами владельцы квартир, стоящие по соседству многоэтажки. Родион Макаров просит администрацию вмешаться в конфликтную ситуацию. По гаражам уже было проведено, чтобы понимали, да? То есть здесь вопрос, если никто эти права не оформит, то, соответственно, и не выйдет на связь, потому что есть право, да, у собственников, если владелец через суд их оформить. Пока на настоящий момент такого нет, хотя объявления были развешены. И есть основания для сноса, они в плане стоят. То есть если мы этот вопрос не решим. Чтобы конфликтная ситуация не затягивалась, Юлия Купецкая дала поручение управлению ЖКХ организовать встречу всех заинтересованных сторон на месте. С целым списком вопросов обратился к главе Егор Тюрин. Он директор автономной некоммерческой организации «Движение». Мужчина рассказал о своем желании реализовать в Серпухове уникальный проект – создать службу поддержки людей, оказавшихся в инвалидной коляске после полученных травм. Такие службы существуют в Европе. В России, по словам Егора, еще никто не решился на подобную социальную помощь. Речь идет о полном сопровождении человека, его адаптации в новых условиях жизни, реабилитации и, как итог, приобщению к паралимпийскому спорту. Егор просит администрацию об информационном взаимодействии. Во-первых, у врача есть врачебная тайна, которую он не имеет права нарушать. Второе – это персональные данные пациента. Вот именно для этого я здесь, чтобы вы довели до главврачей о том, что есть такая служба помощи, о том, что врач может подойти к пациенту, объяснить ему, что ему могут помочь. И если пациент согласен, то о нем сообщают. Администрация готова рассмотреть документы некоммерческой организации и включиться в работу. Еще Егор Тюрин озвучил свое желание открыть небольшое предприятие – Центр подготовки инвалидов. Требуется земельный участок с нужным видом разрешенного использования. Идею нужно реализовывать правильно, следуя букве закона, подчеркнула в разговоре глава. От руководителя организации в администрации будут ждать технического задания, чтобы помочь в выборе участка. Александр Цеп на приеме с вопросом, которому уже 14 лет. В 2008 году обратился за выкупом одного земельного участка, где у него находится объект. Но бывшая администрация Серпуховского района всячески препятствовала оформлению, создавала бюрократические препоны. Мужчина в отчаянии. Юлия Купецкая обещала детально рассмотреть ситуацию и оказать юридическую помощь. Сегодня в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Медики уверяют, что это единственный способ победить пандемию. С начала эпидемиологического сезона в Серпухове диагноз коронавирусной инфекции подтвердился более чем у 4000 человек. Около 3350 выздоровели. Сейчас 130 пациентов проходят курс лечения в двух стационарах. Коронавирус подтвержден у 46, 5 находятся в реанимации. В подмосковных гостиницах отменили обязательные справки с отрицательным тестом на коронавирус. Школьники и студенты колледжей вернулись к очным занятиям. Во всех образовательных учреждениях проводят утренний фильтр, дезинфекцию и регулярные проветривания. Вузы региона остаются на дистанционке до 6 февраля. Усилен контроль за ношением масок в общественном транспорте. Напомним, эта мера является обязательной. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф 5000 рублей. В Подмосковье работает колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции. По этому же номеру можно записаться на вакцинацию. Работает и электронная запись через портал госуслуг. Можно также обратиться в ИФА-центр, по телефону, номер которого вы видите на экране. Процедура бесплатная, достаточно полиса ОМС. Вакцину вводят дважды. После первой прививки через 3 недели вас пригласят на вторую. Врачи просят быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно лиц старше 60 лет. Мы всем, конечно, рекомендуем, вот, особенно если вы находитесь в зоне риска. По показаниям, по решению врачебной комиссии мы можем привить и пациентов более старшего возраста. Чаще приходят, конечно, пациенты, которые старше, наверное, уже 45 лет. Те, которые, конечно, не переболели, много таких пациентов. Есть даже те пациенты, которые переболели и все равно хотят привиться повторно, да, несмотря на то, что у них очень хорошие антитела. Правительство Московской области опубликовало интерактивную карту, на которой отмечены пункты вакцинации от коронавируса. Всего их в регионе 93. В Серпухове ИФА-центр организован на базе поликлинического отделения номер 1 Серпуховской ЦРБ по адресу улица Форса, дом 3.
Гладкость льда и общее содержание катков проверила глава муниципалитета. Для этого Юлия Купецкая встала на коньки. Ведь то, что невозможно заметить визуально, почувствует лезвие конька. Ее примеру последовали и представители администрации. На каждом инспектируемом катке гурьба, ребят. Уроки сделаны, впереди выходные, а значит, самое время дышать свежим морозным воздухом, рассекая на коньках по ледовой глади. Трескучий мороз не пугает детвору. Главное, чтобы лед был хороший. В этом лично решила убедиться глава городского округа. В эту рабочую поездку Юлия Купецкая взяла с собой коньки. Вместе с ней на лед вышли первый заместитель главы администрации Олег Сотник, заместители Ольга Шашкова, Андрей Севрюгин, Ольга Сидоркина и депутат Совета депутатов Юрий Бородачев. Хоккеист Дю США «Звезда» Тимофей Баранов выступил независимым экспертом. Первой точкой стала коробка на улице Советской, 79, где Юлия Купецкая обсудила качество льда как со взрослыми, так и с детьми. Катаемся. Хорошо. Здесь мнение главных посетителей катка едино. Лед – то, что надо. Я люблю кататься здесь с подружками. Мне нравится коробка. Покататься хорошо так. Выйти из дома, коньки взять и далеко не идти, просто и покататься. В этот вечер хотелось окунуться в ностальгические воспоминания. Юрий Бородачев, например, с улыбкой рассказал о своих мальчишеских буднях. Ну, было интересно, конечно. Хоккей, ворота лепили сами, либо из ящиков, либо вот как бы находили досок. Вот таких так досок вот. Не было. То есть мы да исключительно вот любили спорт. И как бы после школы, это первое, что у нас было, это, конечно... Раньше так сидели. Игра в хоккей. В парке питомник на ледовой площадке перед сценой не так многолюдно, как на Советской. Зато можно более детально обсудить покрытие катка с продвинутым пользователем. Что исправить нужно? Ямочку. О, знакомые. Но небольшие ямки, это потому что много катаются? Нет, там странно выходит на лед, ребята. Когда еще он не застыл. Ну а так в целом? В целом хороший лед. Хороший? Лучше, чем большевики. Да? То есть нам туда надо съездить. Ольга Анатольевна, у нас жалоба на большевик на лед. Большевик, каток. Что с катком? Разбитый, плохой каток. Да зальем. Перед тем, как достать коньки из чехлов на катке рядом с Ясным переулком, глава послушала экспертное мнение малыша из соседнего дома. Молодой человек посетовал на неровности покрытия и даже ямы. Ее уже разбили, бы залить надо. Немножко там разбили, там немножко оврагов есть. Оврагов есть? Ну, маленькие такие твердые. Залет он. В том, что ямы срочно нужно устранить, руководитель муниципалитета убедилась лично. Во всем остальном у юного эксперта к ледяной глади нареканий нет. Катается нормально, просто отлично. Хотя я уже давно не катался, но самое главное – научиться кататься. Такого же мнения придерживается приглашенный гуру ледяной стихии, выпускник спортивной школы «Звезда» Тимофей Баранов. У нас они всегда были довольно-таки хорошие. В первую очередь из-за того, что катается очень много людей. Люди сами хотят сделать себе катки получше. И, естественно, наши ЖКХ помогают им в этом, заливают катки всегда. Катки должны быть залиты, и дети должны иметь возможность, и взрослые, проводить свой досуг. Конечно, вот мы сейчас с детьми разговариваем, но, наверное, это самые основные, да, все-таки нашим посетителям, особенно дворовых площадок, есть критика определенная, но потому что действительно катки их нужно заливать, да заливать, следить, чтобы вовремя выходить. Были проблемы с льдом, мы знаем, и с температурой, и с заливкой. Все это происходило непросто, но главное, что сейчас уже есть основа, мы будем корректировать. Самое главное, что есть довольные лица, дети катаются, все счастливые, но вот эти все замечания, их нужно учитывать. В поселке Пролетарский представители администрации проверили два катка для взрослых и для самых маленьких фигуристов. В вечернее время, когда у жителей поселка появляется свободное время, эти объекты очень популярны. Лед вообще отличный. Ну вот мой Тимофей. Традиционно он хороший. Тут очень много спортсменов, очень много выпускников дюшей, именно в Пролетарске почему-то. Ну и в принципе тут люди заливают. Не, но здесь лед классный, и вот это как раз хорошее замечание, когда у нас это делается вместе с жителями, оно
ну, лед другой, да, совершенно. Когда мы ждем, когда это что-то будет все-таки подарено, но оно немножечко по-другому получается. Нужна всеобщая вовлеченность, тогда эффект от этого будет совершенно другой. Заботятся, да? Наверное. Вот, и заботятся, и желание. Посмотрите, сколько здесь сразу людей мы приехали. И это еще мало. И это хочется, чтобы вот у нас все катки были такие. В ближайшее время будут проверены и другие катки городского округа. Всего их 20. А недостатки, которые выявили во время этого объезда, уже устранили. В выходные ледовые площадки на Советской, в Большевике и на улице Декабристов обновили. Как содержатся территории в округе в зимний период, об этом сегодня говорили на совещании, которое провела глава муниципалитета. На совещании присутствовали заместители главы, начальники территориальных отделов, депутаты, представители Госсадмтехнадзора, Госжилинспекции и ГИБДД. За последнюю неделю Госсадмтехнадзор выявил порядка 60 нарушений коммунальными службами и индивидуальными предпринимателями. Уборка дорог, тротуаров, дворов не проводится должным образом. Теперь работа управляющих компаний, также содержание территории торговых объектов будет проверяться в ежедневном режиме. Этот вопрос Юлия Купецкая взяла под жесткий контроль. У нас город расположен так, это не секрет, когда у нас тротуары проходят прямо под кровлей. И когда собственники не содержат фасад, и вместо собственников комбинат благоустройства сбивает сосульки вместе с управлением ЖКХ, то у нас у всех есть своя зона ответственности, кто за что отвечает. Вот если бы каждый исполнял бы свои обязанности по содержанию территории, даже 10 метров, от входа в здание, то, наверное, комбинат по благоустройству на тротуар бы вообще не чистил. Потому что у нас каждый метр на улице Советской, на улице Ворошилова, он занимает хозяйствующий субъект. Напоминаем вам, что в Серпухове действует оперативный штаб по зимнему содержанию территорий. Номер телефона вы видите на экране. Крещенский сочельник. Ближе к полуночи после чина освещения воды серпуховичи искупаются в прорубях и купелях. В городском округе организовано 6 специальных мест для погружения в Иордане. Сотрудники разных структур и организаций приложили немало усилий, чтобы создать комфортные условия и соблюсти все меры безопасности для купаний. Купели на водоемах готовят заранее. Серпуховские моржи позаботились о ветках ели, которыми будут украшены крещенские иордани. Договорились с лесником, выехали в лес и наломали охапки зеленого лапника. Сегодня мы выехали на хозяйство «Русский лес». Вот, выехали подготовленные, тепло одетыми, вот, с шансовым инструментом для заготовки вот этого самого лапника. Заодно тут дорогу почистили, много тут снегу навалило в этом году, и это здорово. И нужно везде подготовить лапник для того, чтобы он был, для того, чтобы людям было удобно, красиво, ну и в духе крестьянских традиций наших. Купели на открытых водоемах готовят заранее. Правда, в такую морозную погоду вода быстро замерзает, и прорубать лед приходится неоднократно. На пруду Балатон на улице Пионерской иордань готовят представители Федерации подводного спорта Московской области, сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы «Юпитер» и даже маргеловцы. Рядом с купелью вырублен большой христианский крест. Вечером он будет освещен красивой подсветкой. Мелкие льдинки из проруби достают специальным черпаком. На пруду в микрорайоне Ногина готовят две проруби. Это самое массовое место купания в городском округе. Здесь установлены большие палатки для переодевания. Специалисты комбината по благоустройству удаляют лед бензопилой. Купели будем очищать периодически. Да, конечно, будет постоянно подмерзать. Но палатка будет, печки топиться, отопление будет. Я думаю, проведем мероприятие, как обычно, на высоком уровне. Готовность купели и вообще место проведения крещенских купаний 18:00. Начало мероприятия 22:00. И в 23:30 будет проводиться богослужение, освящение воды. На пруду на Пограничной также будет дежурить машина скорой помощи. Смельчаков напоят горячим чаем и накормят кашей, приготовленной в условиях полевой кухни. Посуда одноразовая. Волонтеры помогут избежать скопления людей в раздевалках. Минздрав Московской области рекомендует не снимать медицинскую маску до входа в купель. В остальных местах крещенских купаний также будут находиться медицинские работники, спасатели, сотрудники ГИБДД. Таких мест в этом году 6. 2 в городе и 4 в территориальных отделах – в Васильевском, Рассеменовском, Глубокого и Лужках. Погружение в прорубь один раз в году – сильнейший стресс для организма. Поэтому важно соблюдать все правила и хорошо подготовиться. Медики не рекомендуют окунаться в прорубь в течение 7 дней после прививки от ковида. Не стоит делать этого и гражданам с обострением хронических заболеваний и переболевшим ОРВИ, ОРЗ,
COVID-19. Когда человек входит в холодную воду, естественно, наступает спазм сосудов. Это может ухудшить состояние. Допустим, какая-то простуда, ангина, там, бронхит, пневмония, в свете ковида. То же самое. Все это категорически противопоказано. Сюда же можно отнести группу лиц, страдающих ишемической болезнью сердца, перенесенные инсульты, инфаркты, гипертоническая болезнь второй, третьей стадии. Ну, естественно, туберкулез, онкология. Ну, все какие-то заболевания в стадии обострения. 18 и 19 января в храмах Серпухова пройдут праздничные литургии и великий чин освящения воды. Кроме окунания в холодную воду, желательно посетить и праздничное богослужение в храме. В ночь с 18 на 19 для серпуховичей будет выделено два дополнительных автобусных маршрута. Вокзал Пруд в микрорайоне имени Нагина и вокзал Пруд на улице Пионерской. Автобусы будут курсировать с 22 до 2 часов ночи, каждые 30 минут. Чтобы было уютно и красиво, в этом году в городском округе отремонтируют почти 300 подъездов, причем порядка 100 из них в рамках регионального проекта софинансирования капитального ремонта «Мой подъезд». Подробности в сюжете Ирины Зайцевой. Ольга Карпенко показывает подъезд, который давно нуждался в ремонте. В прошлом году жильцы дома номер 37 по улице Луначарского решили поучаствовать в региональной программе софинансирования «Мой подъезд». Работы здесь провели в марте 2020-го. Теперь в подъезде новое освещение, штукатурены покрашены стены, перед входом уложена плитка. Мне нравится вот этой программе, что мы можем выбрать цвет стен, покраски, плюс материалы, плитка. То есть здесь вот можно как бы обыгрывать вот эти моменты, когда вот в других программах такое не заложено. Плюс замена стеклопакетов. Так как я сама живу в первом подъезде, я ежедневно могла контролировать ход работы. Если какие-то были недочеты, они сразу решались, ну, моментально. Финансирование ремонтных работ в рамках программы проходит не только за счет средств жильцов многоквартирного дома, но и за счет областного и муниципального бюджетов. Причем последние оплачивают большую часть стоимости работ. На жителей приходится 5% от общих затрат. В этом году адресный перечень подъездов, попавших в программу, был сформирован Государственной жилищной инспекцией. По поручению губернатора Московской области Государственной жилищной инспекцией проведены обследования абсолютно всех подъездов во всем городском округе. Обследованы и принято решение, было обозначено те подъезды, которые нуждались в ремонте. Те подъезды, которые в крайне плохом состоянии, значит, определены как подъезды, выполнен ремонт по софинансированию. Остальные подъезды и по софинансированию у нас в этом году 85 подъездов из 283. Остальные подъезды будут отремонтированы в рамках текущего ремонта управляющей организацией. Программа в Серпухове реализуется с 2017 года. За это время в рамках регионального проекта софинансирования было отремонтировано почти 600 подъездов. Перечень на этот год еще формируется. С 2021 года несколько новых условий для выполнения данной программы. Все экспертизы, которые будут сделаны управляющей организацией, должны быть направлены в государственную экспертизу. Это первое условие. И второе условие – наблюдать за выполнением работ, контролем качества и перечнем работ будет лицензированная специализированная организация. Ремонтировать подъезды начнут в апреле. Жители подъездов, которые не включены в данную программу, могут обратиться в свою управляющую организацию с решением общего собрания о выполнении работ в рамках текущего ремонта. Активные и веселые выходные. В парках Серпухова прошли спортивные развлекательные мероприятия для детей. Расскажет о них Алина Авдюкова. Мороз настоящим спортсменам нипочем. Юные воспитанники спортивных школ города приняли участие в веселых стартах. Они прошли в парке имени Олега Степанова. Для ребят была подготовлена увлекательная программа. Мы подготовили для них спортивную программу, которая включает в себя 7 локаций. Все локации распределены по всей территории парка, для того, чтобы детки могли прогуляться по парку, спокойно, не пересекаясь друг с другом, чтобы друг друга они не ждали, пройти каждый свою эстафету. Бег в мешках, бросание мяча в кольцо, забивание его в ворота, передача эстафетной палочки, игра «Змейка» и многое другое. Вот такие задания ждали ребят. Валентина Черкасова – тренер волейбольной команды «Русский медведь». Она активно помогает своим спортсменам, а главное – поддерживает их боевой дух. Такие дружные, все этапы проходят на отлично, я за них очень рада. Рада, то, что они у меня всегда идут вперед, стремятся к победе. Мы, главное, «Русский медведь», боремся, как всегда, медведи,
За победу! Мне нравится сейчас тут находиться, потому что весело, нравится соревноваться с другими и интересно, выиграешь ты или нет. А ваша команда побеждает? Да. Очень нравится бегать, бить по воротам, забрасывать мячи. По окончании веселых стартов участников ждали сладкие призы. В общем, все остались довольны. Ближе к вечеру новые конкурсы и новые задания, но уже в парке «Питомник». Около елки малышей и взрослых встречали актеры в костюмах конфет – зеленая, фиолетовая, розовая и красная. Даже герои известных мультфильмов пришли на праздник. Программа мероприятия состояла из двух частей. Сначала игры около елки, потом ледовая дискотека на катке. Проводит в данном случае программу культурно-творческий центр, и нам помогают волонтеры молодежного движения в ростовых куклах для того, чтобы программа была более веселой и приближенной к детству, потому что дети любят, конечно, каких-то героев сказочных. Вот у нас сейчас конфетки, сказочные герои. Максиму Белевцеву больше всего понравился конкурс рисования жидкой краской на снегу. Конкурс был, кто красивее, кто лучше всего нарисует елку, у кого будет она лучше. Ты лучше нарисовал? Я думаю, да. На территории парка работала палатка с горячим питанием, так что все желающие согревались теплыми напитками, а еще смогли перекусить. А в Мирном в субботу отмечали Старый Новый год. Всем поселкам. Пели песни, танцевали. На сцене в этот день выступал вокальный коллектив «Не в голос». Он радовал всех пришедших на праздник зажигательными песнями. Устоять не смог никто. В пляс пускались, как говорится, и стар, и млад. Настроение другое совсем. И бабулечки веселые делаются. Обязательно надо. Это здорово, весело. Даже настроение поднимается. Какое сегодня настроение? Новогоднее такое, уже Новый год, а старый Новый год мы провожаем. Веселая очень. Артисты не только пели, но и проводили викторину с вопросами о старом Новом годе. Ответивших правильно ждали сладкие призы и сувениры. Согревались все теплым чаем и сладостями. За 2020 год на дорогах Серпухова произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Увы, один человек погиб. Уже в новом году случилось одно ДТП. К счастью, никто серьезно не пострадал. Сотрудники ГИБДД в рамках акции «Пешеход» в очередной раз напомнили, что меры безопасности на проезжей части обязан соблюдать каждый. Для тех, кто не хочет следовать правилам, предусмотрена ответственность. Пешеходам штраф в размере 500 рублей, а для водителей – от 1500. Проводимые акции имеют положительную тенденцию, и пешеходов это дисциплинирует. Это также дисциплинирует и водителей, тем более с участием общественных организаций, таких как «Молодая гвардия», с участием средств массовой информации. В этот раз местом проведения акции стал пешеходный переход на улице Ворошилова, дом 113. Инспекторы ГИБДД в очередной раз обратились к водителям с призывом пристегиваться самим, использовать детские удерживающие устройства, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. А пешеходам быть внимательнее при переходе проезжей части. Каждому участнику акции автоинспекторы и молодогвардейцы вручили тематические памятки и светоотражающие фликеры. Остеохондроз позвоночника, острые боли в спине, в плече, руке, шейном отделе, артриты и артрозы крупных суставов. Все это можно вылечить движением. Уверены те, кто занимаются в Центре восстановительной медицины, и те врачи и инструкторы, которые следят за возвращением к полноценной жизни своих пациентов. Подробности далее. Следить за дыханием, увеличивать нагрузки постепенно и выполнять упражнения под контролем инструктора и врача. У Льва Цветницкого, как и у других пациентов, здесь индивидуальная оздоровительная программа. Ему 81. В прошлом сотрудник научного центра, о своем возрасте сейчас забыл. Чувствует себя моложе на несколько десятков лет. Приезжает на занятия в Центр восстановительной медицины и спущено уже год, с четкой периодичностью, через день. Я за год не вышел из строя. Наоборот. Более того, я вам скажу, вот после перерыва, после карантина я пришел, после первого занятия я был человеком. 9 месяцев мне понадобилось для того, чтобы избавиться от аритмии.
и таблеток. Домашняя аптечка Льва Валентиновича почти опустела. Снова начал ходить в баню, увеличил маршрут пеших прогулок. Ирина Буева первый раз в зал пришла 5 месяцев назад. Ей 57, она воспитатель в детском саду. Решилась, когда боли в спине из-за межпозвоночных грыж стали невыносимыми. При каждом наклоне, резком движении хотелось плакать. Я знаю всех нейропатологов города Серпухова. Я знаю многие медикаментозные уколы, мази, там, и диклофенак, и мельгам, и вольтарен. Но вот хочу заметить, что с начала этого года, когда я пришла сюда, я забыла, что такое мази, я забыла, что такое уколы. Физические упражнения, вот программы созданы с учетом возраста, с учетом нагрузки. Если вот, например, у меня есть там хотя бы даже первая стадия коксоартроза, предположим, да, то мне кое-какие тренажеры противопоказаны. Мне хотелось бы мне попробовать, конечно. Мне говорят, нет, вам это нельзя. Первые занятия Ирине Анатольевне давали сложно. Сейчас она уже с легкостью выполняет абсолютно все. В зале проводит по несколько часов. Мышцы укрепились, гибкость и подвижность суставов улучшились, настроение поднялось. И разговоры про операцию Ирина Анатольевна больше не ведет. Кстати, в Центре восстановительной медицины занимаются не только те, кто старается избежать оперативного вмешательства, но и те, кто проходит реабилитацию после операции. Возрастных ограничений у кинезитерапии нет. Мы используем функциональную диагностику, потому что рентген, МРТ, КТ – это можно сделать. То есть есть возможности в городе у нас это сделать. Функциональную диагностику делаем только мы. Потому что, когда вам приносят снимок позвоночника, еще непонятно, что с ним происходит. Обязательно нужно провести тест на подвижность суставов, связок, сухожилий, чтобы понять уже полностью картину. Мы это делаем. И на основе этого уже можно будет потом ставить диагноз и предлагать те или иные формы лечения. После такого диагностирования Станиславу Краеву специалисты центра посоветовали помимо занятий в зале ударно-волновую терапию. Он по профессии водитель, большую часть времени проводит сидя, оттого и боли в шейном отделе. А недавно начались еще и мучительные головные боли. 5 процедур, результат себя недолго заставил ждать, вот уже результаты положительные тенденции. Залогом успешного лечения сложных и в то же время распространенных сегодня заболеваний опорно-двигательного аппарата – это правильное движение. Кинезитерапия, говорят специалисты, это лечение без таблеток и других медикаментов, а значит и без побочных эффектов, которые они вызывают. А пациенты Центра восстановительной медицины добавляют, что на занятиях вырабатываются полезные привычки движения, которые остаются потом на всю жизнь. А эффект виден не только в месте, где была боль, но и во всем организме. На сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Отслеживайте новости и в сети интернет на нашем сайте, на официальном сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Оставайтесь с нами. Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76-48-48, код города 49-67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.